научиться брать интервью, красиво фотографировать, писать грамотные тексты в газету. Всему этому участники медиафорума во Всероссийском детском центре «Смена» учатся каждый день. Давайте узнаем, чему уже сменовцы научились. На медиафоруме юных журналистов работает 5 направлений – телевидение, фотожурналистика, радио, интернет-журналистика и печатные СМИ. Каждый день мальчишки и девчонки слушают лекции и мастер-классы от профессионалов, а полученные знания активно применяют на практике. На направлении фотожурналистика ребята изучают репортажную съемку и пробуют себя в качестве фотокорреспондентов, освещая в кадрах события медиафорума. Основные моменты фотографии, работы с фотографией, как правильно композиционно должна выглядеть профессиональная фотография. Мы часто возвращаемся к каким-то моментам, таким, которые сложные, которые нужно повторить. Ну, в их возрасте это нормально, они делают первые шаги, и поэтому в будущем у них с каждым разом, я смотрю, получается лучше. Я научилась фотографировать, правильно подбирать ракурсы. Вот. Также вчера у нас было занятие, мы фотографировали ребят, каждый друг дружку, и я научилась делать портретную съемку. Это очень увлекательно. На интернет-журналистике участники создают репортажи в разных форматах и жанрах. Уже сейчас сменовцами написано более 100 онлайн-репортажей и свыше 60 работ по инфографике. Уважение к читателю – главное правило журналиста печатного СМИ. Мальчишки и девчонки направления печатные СМИ пишут тексты о событиях смены и берут интервью у гостей медиафорума. Работы ребят печатаются в газете Всероссийского детского центра «Смена». Цель нашего направления – это научить детей разрабатывать хороший медиабренд, который будет полезен и интересен читателям. А также мы учим их писать грамотные тексты, редактировать, ясно излагать свою мысль. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами в эфире 6-й медиа-центр. «Смена» снова встречает гостей, и на этот раз это студенты из разных уголков России. Взять интервью у гостей медиафорума, выйти в прямой эфир. Все это с легкостью могут сменовцы на направлении радио. Каждый день благодаря ребятам Всероссийский детский центр «Смена» узнает о ярких событиях дня. У меня очень большое впечатление. Я никогда вообще не вела программу на радио. Я в микрофон говорю очень редко. Это такое событие мне очень понравилось, и я буду стараться делать более хорошие эфиры. Корреспондент, оператор, монтажер. Все эти профессии мальчишки и девчонки осваивают на направлении телевизионная журналистика. Ежедневно ребята снимают анонсы, репортажи и ролики. Кроме того, у сменовцев есть уникальная возможность стать ведущим новостей для эфира национального канала «Просвещение». В итоге, конечно же, лучшие получат награды. Лучшие получат возможность попасть уже волонтерами на крупные проекты и уже работать в команде «Смена ТВ». Результатами станут большое количество видеороликов, сюжетов, опросов, которые также очень скоро появятся в соцсетях и уже начали появляться. И, конечно, результат – это опыт. Опыт и профориентация ребят, которые в дальнейшем захотят связать свою жизнь с журналистикой. Нина Горкавенко из Ейска уже 2 года публикует свои статьи в газете «Щербиновский курьер» и ведет собственный сайт. В следующем году девушка хочет поступать в Санкт-Петербургский госуниверситет и связать свою профессию с телевидением. Я хочу связать свою жизнь с ТВ-журналистикой в направлении политики. Вот, мне очень нравится разбираться в этом, поскольку существует такое мнение, что женщины не могут разбираться в политике, но мне очень импонирует тот факт, то, что я могу рассказать людям свое мнение, и они могут заглянуть на мир моими глазами. Сменовцев ожидает еще много открытий в мире медиа. Путешествие в увлекательный мир журналистики продолжается.